Приветствую в очередной раз на канале Dropkick. Эпичный матч, потому что Путин встретился с Джоном Синой на ринге. Это очень круто, если бы в реальности такое было. Да и тем более Путин, как вы видите, уже в бою лидирует, доминирует. Джон Сина только успевает получать от него. Ну. Both men enter this match with tidal waves of momentum, which set them on a collision course for this very moment. It's all or nothing. Постоянные вот эти вот не нравятся мне. Не доведен он до ума, эта игра, как мне кажется. Хотя, конечно, финты бывают довольно крутые. Я вот вспоминаю, я когда 15-й рестлинг только купил, мне казалось, о, это круто. Потом 16-й вышел. Там была компания за Стива Остина, там Терминатор был еще, ну, Шварценеггер. А сейчас вроде вот каждый рестлинг, хоть в этом и движок новый, кажется, а все равно он, ну, не знаю. Во-первых, нету компании, как в 15-й, 16-й части было. А я уже тем временем делаю финишер. И делаю сейчас завершающий финишер. Видите, как Путин лидирует. Джон Сина даже ничего не успевает сделать. Удержание. Опять суплекс. А. Кстати, на днях было 25 лет этому шоу Monday Night Raw. Ну, рестлингу. Вот, отметили. Так. Путин просто выносит. Ну и чё, куда ты полез? I've said before that superstars need a finisher that they can apply to any opponent. From cruiserweights to giants, John Cena has slammed the opposition through the canvas thanks to the attitude adjustment. Хотя Путина, наверное, никто никогда не сбросит уже. Скоро, кстати, выборы президента на 4-й срок сейчас. Сейчас у нас январь, через 2 месяца. Выборы Путина будут через 2 месяца. One of the most impressive shows of strength in this business is John Cena's attitude adjustment. Corey, as you said moments ago, Cena can get any superstar up in his shoulders for the devastating slam. John Cena's attitude adjustment shows the Herculean strength this man possesses. Это жалкие попытки со стороны Джона Сина, со стороны моего оппонента. Хотя вот он уже выходит на финишер, может сейчас даже проведет финишер. Тем временем матч уже набрал 3 звезды. Ага, я снова ему делаю финишер. Не оставляю никакого шанса противнику. Не знаю, он выкрутится сейчас или нет. Но я буду делать ему удержание. Выкрутился. Так, ага. For some competitors, part of their strategy is to demean their opponent. A move like that says it all. He hits a huge elbow drop. Зрители скандируют Сина. An early pin
kick out, much to nobody's surprise. That would have been a shocker. A clubbing clothesline. Посмотрите, он вроде даже инициативу перехватил. И вышел за ринг. Пойду я, наверное, да. Пойду домой. Пойду. А хотя, ладно, вернусь на ринг. Вернусь на ринг и доведу матч до конца. Эх, реверсирует снова. Wisely bringing the action back into the ring. Looks like he's starting to falter. He needs to find a way to get on the offensive, guys. Guys, one of my favorite things about him is how much pride he has in his game. Так, ну я, наверное, сейчас буду проводить ему снова финишер. Пытаться провести. Да, вот он. DDT и завершающий. Завершающий второй финишер. Буду делать удержание, не знаю. Нет, он выкрутился, гад. Ну, посмотрите, он уже тоже... Ага, он тоже делает завершающий. Хорошо прилетело. Так, второй завершающий от Джона Сины. Бах. Матч набирает уже 4 звезды. Суплекс от Джона Сины. Да, я думал, это будет матч легче. Ну, как говорят, не все коту масленица, да? Ага, есть. Давай, возвращайся. Команда. Тут же делаю суплекс. Так, и сейчас я его страйкану с третьего каната. Попробую сразу удержание. Ах ты, реверсирует. Чувак, ну я тоже уже профессионал в эту игру, поверь мне. He wants to do this in the ring. He's making a statement here with this attack. He's still not moving, guys. Сейчас похвастаемся и вернем его на ринг. Ну и делаем завершающий. We have seen him here before. Бах, DDT. Is that enough to stop Cena? Hopefully John Cena. Выходим на второй финишер и пробуем после него делать удержание. 4,5 звезды набрал матч. Ах ты, выкрутился, посмотрите-ка, а. Опять выкрутился. Трудный матч. Матч уже становится опасным. У Путина красная шкала уже почти наполовину. Обалдеть. Почти что 5 звезд набрал матч. DDT делает противник. Еле успеваю выкрутиться. And he's heading back in.
Почти 5 звезд, обалдеть. Оба противника почти полностью истощили шкалу здоровья. Поэтому сейчас матч очень опасен. В любой момент можно потерпеть поражение. Убегает с ринга. Так, что это он? Биту берет. Здесь нельзя использовать биты, стулья, потому что это матч по нормальным правилам. Здесь сразу дисквалифицируют, если ударить стулом, битой. О, ё-моё. Все, матч набрал 5 звезд. Ах ты, он выходит на финишер. Очень опасная ситуация. Посмотрите-ка, а, как он. Ага, я реверсировал. Отлично. Ладно. Делаем завершающий. Пытаемся. Он реверсирует. Вот это да. Обалдеть. Вот это уже очень трудный матч стал. Найс реверсал, говорит. Конечно, найс. Это уже такой матч. Судья вмешивается. Попробуем. Блин. He doesn't appear to be in a hurry to get up here. I just don't think he has it in him anymore. With a suplex. Так, сейчас попробуем его с третьего каната. I don't like the look in his eye here, folks. No. Incredible. Вот уж точно incredible. Возвращайся. Come on. Это очень напряженный матч. Команд. Тут одна ошибка может стоить поражения. Я, кажется, сейчас эту ошибку совершил. А, нет. Я версирую. Отлично. Пытаемся удержать. Есть. Выиграл. Ну, это была просто жесть, конечно. Да, это был очень трудный матч. Я пока передохну. Завершаю сейчас цикл игр, потому что это реально трудный матч был. Я набрал 5 звезд. Хороший противник попался. Хотя бывают и лучше, конечно. Благодарю за внимание.